Сладкая польза. Селекционным пчеловодством занимается житель Сарканского района Сергей Петенко. Сегодня на стационарной пасеке фермера порядка 600 ульев. В каждом обитает около 1000 трудолюбивых жужжащих насекомых. Однако производят здесь не только мед, но и другие продукты пчеловодства. Полезную продукцию реализуют в Казахстане и экспортируют в зарубежные страны. В чем особенность селекционного пчеловодства, узнавала наша съемочная группа. Сергей Петенко – потомственный пчеловод. Любимым делом он занимается всю жизнь. Родился в семье пчеловодов и, следуя примеру отца, который посвятил производству меда более 30 лет, решил связать судьбу с этим призванием. И хотя выбор профессии был непрост, чаша весов перевесила любовь к природе. Пока была учеба, не было такой возможности. Наблюдал, помогал, но профессионально не занимался. Вот на протяжении уже 8-6 лет, как не стало моего отца, это самый главный мой учитель. Я начал заниматься этим сам. У меня есть диплом, я учился непосредственно в России, в Питере, в Подмосковье, в Волоколамске. У меня есть диплом, да, специализированный пчеловод, институт пчеловодства. Не знаю, я вот много пробовал себя в разных отраслях, в городе, даже на госслужбе, но я нигде не получал удовольствия от работы. А здесь, вот, как сами видите, работаешь на природе, свежий воздух, плюс это очень полезно. В мире насчитывается более 20 тысяч пород пчел. Среди самых медоносных – среднерусская лесная, серая горная кавказская и карника. Это европейская порода, полученная путем скрещивания итальянок с кипрским трутнями. В настоящее время известно 7 линий данной породы. Среди них самая трудолюбивая, медоносная и совершенно неагрессивная – линия Виктория. Именно ее и разводят на пасеке Сергея Петенко. Материал пчеловод привозит из Европы и распространяет среди местных коллег. У меня селекционная пасека, то есть я занимаюсь искусственным оплодотворением пчеломаток. Я занимаюсь тем, что не только собираю мед, то есть я произвожу маточек, произвожу пчелопакеты, также произвожу улья. Плюс у нас в городе магазин большой по пчелооборудованию, пчелоинвентарю. То есть мы пытаемся захватить полностью весь рынок, чтобы человек пришел ко мне в магазин и мог... Ну, ты можешь прийти в магазин, а могу тебя, по сути, сделать за один день пчеловодом. Объяснить тебе все, дать тебе все, что тебе нужно. И ты можешь смело заняться этим. Плюс здесь у нас также есть цех по производству вощины. То есть мы перерабатываем воск и делаем из нее вощину. Свою продукцию реализуют не только на территории Казахстана, но и экспортируют за границу. В Европу, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Качество гарантирует высокий спрос. Учитывая, что пасека стационарная, при хозяйстве специально выращивают медоносные растения. Под это отведено 500 гектаров земли. Всего на пасеке находится около 600 ульев. Каждая пчелиная семья за сезон может производить от 50 до 100 килограмм меда. Но поскольку Сергей занимается разводом пчеломаток, за летний период здесь получают около 10 тонн меда. Но зато... Какого? Преимущество меда, самое главное преимущество, это ваш иммунитет. То есть мед – это очень хороший иммуностимулирующий продукт. То есть если вы полностью употребляете маточное молочко, мед, пыльцу, пергу, то есть ваш иммунитет, он просто на высшем уровне. Это самое главное свойство пчели, вообще всего, что производят пчелы, это ваш иммунитет. Мед убивает бактерии. Мы даже знаем, что вот мумии обрабатывали медом, потому что в меду нету ни одной бактерии. Мед – это тот продукт, который может храниться бесконечно, потому что в нем не содержится никаких бактерий. ЖТСУ – аграрный край. Благодаря благоприятным погодным условиям заниматься пчеловодством здесь весьма удобно. Тем более, что в регионе произрастает огромное разнообразие трав. В Сарканском районе имеется 21 большая и малая пчелиная фермы. По словам специалистов, данное направление сельского хозяйства становится все более популярным. В наших сельских округах пчеловодством занимаются немало крестьян. Они приходят к нам, интересуются, есть ли какая-то поддержка государства, как получить кредит. Мы проводим разъяснительную работу, в частности, как принять участие в программе «АУ Аманата». Пчела – одно из самых трудолюбивых насекомых. По наблюдению специалистов, чтобы сделать 1 килограмм меда, полосатой труженице необходимо собрать нектар с 19 миллионов цветов. Медоносные пчелы играют очень важную роль в жизни человечества. Они помогают опылять растения, а продукты пчеловодства используются во многих сферах – пищевой промышленности, косметологии и, конечно, медицине. Ведь о пользе этой натуральной продукции не понаслышке знает каждый житель на Земле. Надежда Белова, Ернур Медет, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ.